Ребятки, всем привет. Вот ваш Fisherman Hunter, короче, без бороды. Заставили побриться, но это не важно, фикс. Хрен с ним, с бородой, короче, так скажем. В общем, у меня вот на Ютубе сейчас реклама выскакивает. Ну, как бы монетизируется канал, платят за это деньги. И вот. Очень-очень много рекламы у меня вылазит про подводную камеру Калипсо. Калипсо есть такая. Со шнуром 20 метров, короче, погружение, там камера все смотрит, чики-пуки. Ну, камера в народе говорят, что хорошая, реально. Но просто вот сейчас я смотрел видосик один на Ютубе, и мне так вот человек объяснил, что вот это все развод. Короче, камера стоит 2700 у меня вот в ссылочках, там много-много в моих видосах встроено вот этих вот ссылочек таких. И вот у меня вот такая вот идейка возникла. Друзья, давайте, короче, сделаем так. Люди покупают вот эти камеры по вот этим ссылочкам за 2700, и там получается, что приходит вот, там приходит реальная фигня. Кому просто экшн-камеру, кому в мыло, кому кусок кирпича приходит. Вот, сейчас, короче, вот человечек этот видос тоже снимал, там говорит, женщины, там, старики покупают. Женщины сейчас, допустим, покупают своим мужьям, на 23-е уже подарки готовят. И приходят на почту, оплачивают на почте, не заранее оплачивают деньги, а на почте уже оплачивают эти денежные средства. И, короче, в итоге они получают вот. Ничего, короче, не получают, друзья. Вот. И давайте, короче, сейчас, друзья, вот посмотрите, пожалуйста, этот видос. Вот кому, вот кто неравнодушен, друзья. Посмотрите видос, поставьте лайк, оставьте комментарий и поделитесь этим видосом. Сейчас будет у меня просьба к вам, друзья. Давайте заходите ко мне на канал, находите видос, под которым будет камера Калипсо, друзья. Вы ничего не потеряете, друзья, вообще абсолютно ничего не потеряете. Короче, находите эту рекламу с камерой Калипсо, друзья, и как можно больше вас что-то должно быть. Вот даже вас 50 человек посмотрит это видео, друзья, просто. Вот прошу вас, зайдите на этот сайт и закажите себе эту камеру, просто закажите. Просто закажите. И, короче, будет у нас фишка такая. Мы, короче, кинем этих долбоёбов, извиняюсь за мат, которые присылают нам вот такую вот хрень, понимаете? Вы, друзья, заказываете эту камеру, они оплачивают пересылку. Соответственно, пересылка у них будет... Соответственно, у них пересылка будет стоить примерно рублей 300-400. Соответственно, если в нас 50 человек закажет, это, соответственно, будет 20 кусков у них в минусе. Мы хотя бы почте отдадим эти деньги. Пускай хоть почта родимая наша русская зарабатывает на этом деле. Но никак не вот эти вот мошенники, друзья. Короче, кто со мной согласен, кто поддерживает мою идею вот такую вот коварную, чтобы покидать вот этих вот уродов, которые кидают наших жен, стариков обманывают. Я вот, если честно, я вот сам уже 2 дня, 3 даже, может быть, думал об этой камере. Я хотел себе купить ее за 2700. Реально ее цена сейчас где-то примерно 12-13 тысяч, если ты ее будешь покупать в магазине, в реальном, в рыболовном. Но на сайте она будет стоить 2700, может быть, 4. И у них, короче, вот такой сайт получается, что у них там типа скидочка, осталось 15 часов, у вас там, у меня даже и 2 часа оставалось специально. Это, короче, замануха, друзья. Не ведитесь, короче, ставьте лайк. Как можно больше со своими рыбаками, друзьями, поделитесь этим видосом, друзья. Ну вот просто прошу вас, посмотрите, поделитесь. Ничего не надо, короче, даже. Как сказать-то это? Больше. Ничего не надо. Просто. И составьте заявку на приобретение этой камеры. Пускай они нюхают болт. Вот, все. Поймаем их на охренительную мар-мышку. Пускай они разорятся на этих деньгах, друзья. Всем удачи, всем пока. С вами был Безбородый Fisherman Hunter. Друзья, короче, упустил такой момент. Заказывайте, заказывайте. Пускай к вам камера приходит. Но вы на почту не приходите, не покупайте. Пускай они заплатят за то, что они камеру отправили нам за 300 или 400 рублей. И потом она полежит месяц, и через месяц им ее обратно отдадут, и им придется еще столько же, друзья, отдать, чтобы забрать эту камеру. Понимаете, за обратную пересылку. Так что мы их не на 20 кусков поимеем, а на 40. Так что, друзья, давайте активнее делитесь этим видосом. Все, всем удачи.